Всем доброго времени суток, с вами Елена, и сегодня у меня вторая часть моей прогулки по моей цветущей лоджии. Ну, давайте начнем с самого-самого верха. Вот, динамелиса, крошечное растение. Вот, она сбросила все бутоны, все цветы, и дорастила один цветочек вот так вот. Надо ее пересадить в больший объем горшка. В девятом ей уже тесновато, хотя покупала я ее вообще в размере микро. Это Льюис Триплинс. Голландский цветет. Вот молодец какой. Ведь отцвела орхидея и тут же дала цветонос новый. И это Саммер Бриз тоже цветет. Очень-очень ароматит. Даже несмотря на то, что вот так стоит, можно сказать, почти под потолком, очень пахнет. Это красный лебедь. Я ее так вот все-таки определила. Вот такая длинная удочка. Почему-то она, ну, надавала кучу бутонов, потом их отсушила, потом продолжила этот цветонос. И вот так на три цветочка. Очень красивая, и камера делает ее гораздо ярче, чем она есть на самом деле. Она такая свекольная. Вот это мой балм номер один, который я думала погибнет и продублировала. Он с перепугу нарастил корни и поставил, ну, радует все время теперь своим цветением. И тоже очень-очень пахнет. Вот Little Zebra, красотулечка. Сколько у нее? 8 цветочков, по-моему. Но она прелесть. Ну и здесь рядышком теперь цветет этот Pilor Binti. Хотя вот этот вот цветочек у нее Pilor получился открытого типа. А это вот почти бабочка. Ну вот так на 3 цветочка, и вот здесь дует. Всего один бутон с цветоноса из точки роста. Так, ну чуть-чуть ниже. Вот. Совсем уже отцветает. Вот это белая орхидея. Кстати, горшок у нее подписан. Она до сих пор не пересажена. И как мы обозначили название, которое написано на горшке, называется йогурт. Ну, наверное. Так, вот, с момента покупки ни дня. А ведь покупала я ее в начале прошлого лета. Ни дня не отдыхает моя. Ну, или в середине лета. Черная жемчужина. Это ведь покупной цветонос до сих пор. Она его все время доращивает, доращивает. Умничка. Это моя бабочка. Ну, скажите. Ой, калейдоскоп. Красавица. И вот тоже орхидея, которая очень любит подцвести. У нее прям букетик там. Так вот. Название вот этого пилорика я не знаю. Вот я снимала видео, показывала, какая-то выросла пальма большая. Ну, вот я срезала прям с цветоносом. Снесла ей макушку и посадила. И она вот до сих пор держит эти цветы, хотя уже я это сделала, наверное, месяца два назад. Так, ну и кто тут у меня? Ну и вот Согарьеликс азиатский. Красавец. Это домашний цветонос. И она вот... Еще там, я думаю, что будут цветочки. Ну вот сюда вот так вот. Там вот цветет паприка. И вот это вот выглядывает с одним цветочком, разбитое сердце. Вот. Ренг Майли. Невероятная орхидея. Обожаю ее. Это просто чудо какое-то. Это она цветет на ответвлении, на старом цветоносе. И вот здесь вот
на другом цветоносе она тоже дала ответвление. Так. Ну, это вот такая крошечная орхидеюшка. Вот так вот. Но постоянно цветущая. Это Льюис Ангел. Да. Красотуля. И вот это азиатский Льюис Три Принц. Красавец. Вот так они вместе рядышком цветут. Ну и вот. Это мой бантик. Дубровник. Вот такая красота. Я ее пересадила вот в этот горшок квадро. И она очень здорово, листья огромные. Пошла в рост. Ну и потом мне почему-то на нее вот здорово напал клещ. Я боролась, боролась с ним, победила. Она тут же дала цветонос, я его благополучно хотела подтянуть, сломала. Ну, эта орхидея умничка, она распечатала на сломанном цветоносе две боковые почки, вот так цветет. Но она невероятная. И камера глушит немножко цвет. Прям прелесть. Так, чуть выше. На старых цветоносах, там видно тоже еще два цветочка, цветет мой бронзовый Будда. Рядом клубничный пирог. Цветов сколько? 6, наверное. Но они как-то получились вот так все в разные стороны. Цветонос короткий. Такой букет. Прелесть. Ну и вот она, милота, милота. Скажите, кто это? Я скажу. Ой, ну не стыдно, забыла. Сейчас, ладно. Ой. Просто выскочила из головы. Девочки, вы все знаете. Вот один бутон опять сушит, дальше доращивает, и эта удочка будет бесконечная. Ай-яй-яй. Ну и, наверное, на этой стойке последняя орхидея, которую я хочу показать. Это галактика азиатская. Всего на один цветок. Цветок огромный уже. Ну вот, очень крупный. И очень-очень ароматный, она очень сильно пахнет. Камера ее делает такой вот яркой, она цвета темной свеклы. Невероятной красоты орхидеи. Вот так вот видно, она вся переливается, она бархатная. Ну, я забыла, ну это кошмар. Это кошмар. Мини-марк. Вот мой красавец мини-марк. Цветет, растит вон там лист пыльный. И корни. И он до сих пор не пересажен. Он у меня уже больше 3 лет. И он до сих пор не пересажен. Он сидит вот в этом влагоемком грунте. Знаете, который вот как торф. И прекрасно себя чувствует. Ну, вот такая у меня красота нацвела. С апреля по май. Кто-то давно цветет, кто-то только раскрыл свои первые цветочки. Ну, вроде бы все показала на этой самой высокой моей стойке. И до встречи на третьей части или в третьей части моего видео. А всем всего доброго. Жду вас в гости. До новых видео. Пока-пока.